А знаете ли вы, что такое лукбокс? Это единственный сайт по открытию кейсов с брендовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте лукбокс. Все ссылки в описании. Таха! Птаха! 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 Пока тусуешь, наблюдает с окна. Птаха все знает. Птаха! Птаха! Подойди, сука, к нам и отхватишь по морде. Передайте братве, лучше делайте ноги. Если птаха на хвосте. Ебой! Арчик, брат. Птаха! И больше не звони, если увижу там местные стопудово. Птаха! Ты гусарская шапка, но никогда не прикроешь нашу лавку. Птаха! Ищи лохов среди своих разных, а нам не надо подставных. Ты знаешь, это птаха! Ебой! Кризис Рекордс, МС Молодой, ебой! Да, да, духи сделаешь по-любому. Птаха пошел нахуй по-любому, бля. Ебой. Не пизди, птаха. Нас здесь целая семья. Не пизди, птаха. Здесь всем похуй, мать и пизди. Здорово, Леша, брат. Не пизди, Вася. Мы сегодня у руля. Не пизди, птаха. Только время тратишь зря. Бля, братан, вчера такой угар был. Даже не знаю, с чего начать этот птаха. Птаху вчера спросили. Он такой, ну, блядь, они толпой на меня напали. Хоть их было трое, нас было трое. Причем два чувака снимали, никто не нападал, кроме меня. Потому что его там два лоха засали, что-то сделать. Это не моя вина, что они в него не впряглись. Вот, и его спрашивают, слушай, так ты же сам к Кобику приехал с 10 людьми, когда договорились один на один разобраться. И птаха говорит, ну, пацанов звать на разборку, это нормально. Понимаете? Блять, что у этого дебила в голове, блять? Брат, я хорошо все. Так читает с жопой, блять. Так и чемпион по бегу, и чемпион по работе языком. Брат, все нормально, ты как? Здорово, брат. Не пизди, птаха. Только время тратишь зря. Не пизди, птаха. Бля, вот я там выложил видео,
Это первое видео вообще после нападения. Птах и сразу зашел в этот, блядь, в прямой эфир и настучал, кто на нее что напал. Притом, рядом, если вы обратите, проходит опер. И Птах на нее такой смотрит, опускает глаза и дальше продолжает стучать при нем, понимаете? И как бы... Ну, понятно, ты тут настучал. Понятно, ты настучал еще ему, который мимо проходил. Ну, тут еще явно видно, что он еще и, блядь, походу, и с ним до этого, за минуту до этого разговаривал. Хотя и без этого он уже, блядь, двойной стукач, крыс. Понимаете? Как бы, блядь, как вообще можно верить, блядь? Да, Кизар дело говорит, выпустим. Брат, он по-любому. Да я просто в ахуе. Там звучит шоу без... Бля, вообще я туда вошел, как бы... Бля, чего я не хотел устраивать сраный цирк, блядь. Но мне кажется, именно это они там устроят. То есть я говорю, бля, я не хочу там как бы прийти, там спорить с этой Птахой. Я говорю, пойду, если как бы его там не будет, понимаете. Ну и, конечно же, они... как бы пригласили меня, и его пригласили. И, ну, мне об этом сказали уже под конец передачи. Я такой, блядь... Вот, им пришлось там, знаешь, охраны нас водить там по коридорам, чтобы мы, не дай бог, никак не встретились. Ну, короче, полный цирк, блядь. Я думаю, нахуй я вообще в это, блядь, ввязался, блядь, потому что я хотел, ну, все нормально рассказать, как есть. Вот. Ну, как-то так, блядь. Так и просто сидел, знаешь, то говорит, то он меня видел, то он говорит, я его не видел, то он говорит, он меня по спине ударил, то он говорит, то я заблокировал удар рукой, блядь, если ты меня не видел, я ударил тебя, посмотри, как ты мог его заблокировать рукой. Ну, короче, такую бредятину там просто молол, блядь. Так, клоун ебаный. Знаешь, его постоянно спрашивают, как бы... Бля, из-за чего конфликт? И он говорит, он типа что-то там про моего отца сказал. Бля, он такой тупой, такого никогда не было. Я говорю, что, блядь, ну, я этому дебилу, когда он первый раз начал на меня гнать, я ему в личку писал в Твиттере, что, блядь, слушай, я уверен, ты нормальный парень, давай там, я не знаю, что ты хочешь разобраться, давай повстречу, поговорим, там, сразимся, я не знаю, подерем, что ты хочешь. Хули ты эту хуйню в Твиттере устраиваешь? И Птах, и там, нет, такого не было, такого, пусть покажет скрины, ну, бля, я там показал скрины, понимаете, как бы, блядь, вот, ни одно слово Птахи вообще, блядь, не имеет вес, понимаете, я вообще в шоке, как вы, блядь, ну, кто-то ему еще продолжает руку сжать, бля, я вас в шоке просто, блядь. Да, братан, он не будет ни батлить, ни драться, ни хуя, братан. Я еще тогда его продал, давай выйдем, стой, решим, как мужик, один на один. Я пришел один, и он пришел с 10 людьми и с камерами, блядь. Тупее, блядь, тупого он, блядь. Да не будет, он сам говорит, что я, блядь, братан, да я, блядь, с этим Птахой, вот, блядь, вот, если честно, блядь, подраться, там, я не знаю, батл, блядь. Баскетбол, он вообще похуй, футбол, знаешь, вот в любом я его уделаю, братан. Он ни на что сам не пойдет. Он, я уже выступил на батле и понял, что это не мое, блядь. Он говорит, один на один выскочить? Нет, нет, нет. Да какой нахуй дис, блядь. С Пашей техником, блядь, ну я не знаком с этим питом, братан, извини. Да не будет он раз на раз биться, брат. Он не будет раз на раз биться. Он сыкло. Понимаешь, брат? Как бы, вот, блядь, вот... ты думаешь, братан, я вот никогда, знаешь... Даже если я не хочу с кем-то батлить, но кто меня вызывает на батл, я всегда принимал, ну... Эти, блядь, как вызовы. Ну, если только там не какой-то хуй знает, там, знаешь, неизвестный чувак, как бы... Понимаете... Блять, и вот, ну, я бы, конечно, у меня личный Птахи, блядь, больше ничего нету, как бы, кроме, блядь, того, что он чмошник сраный. Вот. Но если бы он меня вызвал на бой, блядь, может, мне не хочется, я бы, блядь, ну, если надо бы, я всегда соглашусь, понимаете?
Бля, как он штаны порвал. Вчера сидел, рассказывал. Я не очко порвал, я порвал вот тут вот. Блять. Здорово, брат. Блять. Да какой текст, братан? Ты слышал текст на батле с Гуфом? Так и пиздец, блядь. Я тебя найду, ноги переломаю. Ну давай один на один сразимся. Не. Да, брат. Я ко всем с братьями. Мы же все братья, брат. Кроме Птахи, блядь, понимаешь? Я тебе говорю так. Они вчера на шоу меня еще столкнулись с Гнойным. Ну, все знают, как я к Гнойному отношусь, как бы, но, блядь, я как бы могу плохо относиться к человеку, ну, как бы, ну, я лично против него, лично ничего не имею. Мне не нравится то, что он делает, эти шутки, там, пидоросня, там, вот это, ну, блядь, его продажничество, это, ну, это мое личное мнение, понимаешь, они нас столкнули вчера, он там что-то говорил, что я что-то, ну, на самом деле, его, судя по всему, спросили, я под конец пришел и услышал, что он что-то говорит про меня, что это там что-то в подъезде назвал, какую-то хуйню, короче. И он выходит, я говорю, что там базарил? Он, понимаете? Вот. Он говорит, ты называл мою тёлку стрёмную. Я говорю, ну, во-первых, я называл твою бывшую тёлку, ну, не там какая-то новая, я говорю, твою бывшую. Ну, братан, во-вторых, она в натуре стрёмная. Это, как бы, кто её видел, как бы. Ну, на правду не обижается. Вот, но я говорю, даже вот после этого все, мы с ним как бы, ну как бы, грубо говоря, так немного поговорили, я ему отбил кулачок, конечно, не пожал ему руку, но отбил, потому что, блядь, я ни с кем не пытаюсь конфликтовать, как бы, я со всеми могу, как бы, согласиться, не соглашаться, понимаете, что у него свои взгляды, у меня свои взгляды, блядь, ну вот кроме этого дебила, так, который говорит, пожмешь ему руку, нет, конечно, блядь, ты вообще видел, он, блядь, что мы за мою маму говорил, вы что, представляете, может, мне с ним фотку в обнимочку сделать, трек записать с ним еще. Вы гоните, бля. Они такие, бля. И он был реально, он такой, я его поймаю, переломаю. Потом вчера был готов, а мне руку уже сжать, представляете? Вот, блядь. Вот какой вес твоему слову? Я отвечаю, поймаю. Блядь, а вчера руку мне хотел сжать. Ну, такой, блядь, он чмошник, понимаете? Вот. Часто с тигром, блядь. Ну... Не хочу эту тему трогать, как бы он сам все знает, что он сделал. Во-вторых, хочу сказать, знаете, перед этим кто-то Птаху предупредил, что я к нему поеду. Его даже вчера спрашивали, типа, а как ты вообще вышел с собакой гулять там с пистолетом и совсем? Он говорит, ну у меня конфликт там с кем-то еще просто был, с кем-то. Ну, короче, какую-то хуйню начал пороть, с кем хотя, знаете, не может объяснить. Как бы, ну, лично мне, конечно, его предупредить, потому что он даже не видел меня, он просто убежал, понимаете, вот, а мало того, он кричал, что этот, говорят, что когда его приняли, он сказал, что я никого не знаю, кто на меня напал, и т.д., и т.п., вот меня я там запостил, где он сразу после всего случившегося, как бы на месте преступления задержали полицию, когда мы ушли, его задержали, вот, потому что он долбоёб. Вот, и он там просто на меня только что напал Оби-Ван с двумя, он просто все стучит. Мало того, у него здесь вот проходит опер, который все это слушает. Понимаете, о чем я говорю? А там наш он говорит, я вообще ничего такого не говорил. Типа мы сидели в объявлении, в отделении, и вдруг один из оперов зашел, такой показывает видео с нового рэпа. Блять. Если, допустим, даже если так было. Почему опера связывались со мной через тигра? Если они нашли мое видео на новом рэпе, которого еще не было, понимаете, на тот момент, нахуй они звонили тигру и пытались связаться со мной? А тигр общается со мной с Птахой, понимаете? Когда я тигру пишу что-то, типа там, он говорит, не вмешивай меня в это. Когда Птаха ему пишет, братан, он, блядь, идет и там с операми что-то разговаривает обо мне, понимаете? Я просто его братаном считал, я его подтянул в рэпчик, я его, блядь, с ресторатором познакомил, я его на первую версию взял, понимаете, и, блядь, это такой, блядь, ответ, это, конечно, блядь, ну, я знаю, я даже не золото, просто, блядь, я в ахуе, но вот от кого от него такого я не ждал, блядь.
Да не суть важно, кто это, он сам знает, кто это и что он сделал. Как бы дружишь со всеми, ты не дружишь ни с кем. Ты хотел как бы дружить в натуре со всеми, но вот что получилось. Как бы ты просил себя не вмешивать, а в итоге сам влез в это, когда, знаешь, написал мне по поводу этих оперов, пытался там номер что-то там дать и никому. Вот. Ты сам в это влез. Вот теперь, блядь, как бы держи здесь до конца, блядь. Тигр пиздец разочаровал, мне сердце разбил, блядь. Мы его нахуй на концерте до этого поздравляли, блядь, с днем рождения всем залом. Как бы я его от души поздравлял, всегда ему помогал, там, братан мне, там, денег на дорогу или на что, всегда, брат. И как бы вот, знаете, мне многие говорили, бля, вот, как бы он дружит со всеми, блядь, не считай его братаном. Я говорю, да не, он не такой, как бы он, блядь, вот, ну, вот так получилось, блядь. Дружишь со всеми, ты не дружишь ни с кем, как бы. Знаете, вот так же Тигр, он как бы дружит с Оксимироном, как бы, но при этом там с Птахами, со всеми, бля, я говорю, да тебя бы так же Мирон бы подтянул, просто видел, что ты, блядь, лояльный чувак, но тебе никто не поверит, что ты, блядь, со всеми дружишь. Что за Саша Соу Хай? Здравствуйте. Брат, здоровье у меня охуительно. Фу-фу-фу. Как бы, блядь, ходил на анализ, говорит, в космос можно посылать. Конечно, пошел, блядь. Окей. Здорово, Саня. Братан, блядь, я старался молчать. Понимаешь, как это было, блядь? Первый раз я молчал. Я думал, бля, благородно смолчу, и что из этого получилось? И сейчас этот долбоеб опять начинает пиздить, 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 пиздить. Блядь, я старался молчать. Но понимаешь, когда ты молчишь, люди начинают прислушиваться. Думаю, он в натуре, что ли, настучал? Он в натуре, что ли? Нет, блядь, вот вам доказательство просто, понимаешь, если некоторые из вас настолько глупые, что сами этого не видят, мне приходится это самому вам показать, понимаешь? Вот при всех поясни со спины, братан, ну, я это вчера объяснял 10 раз, и тебе еще могу объяснить, если ты такой тупой, что этого не понимаешь. Во-первых, братан, ты сначала мне поясни, когда один пацан договаривается с другим один на один выйти, тот приезжает с 10 людьми, которые ему, блядь, штаны подтягивают, который сам бьет, меня также ударил из-под тишка, братан, а потом еще по яйцам мне дал, еще это на видео снимает. Вот ты это поясни, брат, мне. А потом поясни мне, блядь, как я его 50 раз после этого вызывал, блядь, и на честный бой, и один на один, и тогда я вышел один на один на честный бой, и что из этого получил, братан? И ты поясни, братан, если бы я наступил на одни и те же грабли второй раз, кем бы я был? Поясни мне, пожалуйста, братан. Как вы вышли один на один? Да вот так, зашел его пидор Борис, друг этот, блядь, из НПМ или хуй знает откуда, и сказал, там приехал Давид с тобой поговорить один на один. Я говорю, он точно один? Он говорит, один. И я вышел один, я сказал друзьям, оставь, я пойду один. И пошел один. А когда вышел, увидел толпу, я не бежал, как этот пидор. Вот и поясни мне, братан, за это, пожалуйста. Здорово, брат. Ебой. Брат, надеюсь, скоро. Брат, я не хочу, потому что у меня, в принципе, эта тема, как бы, я вообще под следствием, мне вообще-то с ним в одном помещении лучше не находиться. Но, как я говорю, брат, если меня вызовет, я всегда принимаю вызов, блядь. Ну, как ты думаешь, я этого пидора 4 года звал на честный бой, и тогда еще первый раз я вышел на честный бой один на один по договоренности с этим Борисом хуйсосом, понимаешь? И что я получил? Это был честный бой? Какая вообще может быть договоренность с этой крысой, когда он вот так вот напиздил, блядь, понимаешь? Я проявил благородство, блядь, а это, люди приняли это за слабость, потому что и тогда я думаю, буду благородно молчать, не буду это. Вот это, что из этого получилось, блядь, понимаешь? Мне самому неприятно, что приходится с этим идиотом спорить, потому что со стороны, конечно, сложно понять, кто из нас идиот. Но, блядь, понимаете, факты, знаешь, вот видео даже для того, да, блядь...
Просто смотрите, откуда вся информация идет. Откуда все обвинения идут, понимаете? Если пусть он хоть раз докажет, что я где-то наврал. Я уже это 10 раз доказал, понимаете? Ну, сам думай, кому верит, блядь. Кто на НТВ побежал? Кто Птаха побежал? Братан, это НТВ вообще... Меня еще поднаебали, и у меня до сих пор с ними война после этого. Вот ты подумай, кто, блядь, побежал на НТВ, блядь. Ебой. Усап, брат. Ну и чё ты пропал, не пояснишь мне, блядь? А? Даун. Со спины, не со спины. Какой со спины? Всё он видел, братан. Всё он видел. Он сам говорит, блядь, я... Потом говорит, я не видел. Потом он через 5 минут говорит, я заблочил удар вот так вот рукой. Знаешь, ну как... Ну, ты видишь логику между этим? Как можно не видеть одновременно боком... Ну, как можно не видеть удар со спины и при этом боком заблочить его? Ну, блядь... Братан, ты просто либо тупой, либо просто не знаешь всей инфы. Просто не слушаешь. Понимаешь? Я бы, ну, пацаны, вот я говорю, там на передаче вчера был ровный пацан, вот уличный. Вот он сразу. Птаха штаны зашивает. А, и потом он еще говорит, что я промахнулся. I'm sorry. Братан, он вчера еще просто первое, вот стукач Птаха, он сел на передачу и такой, он меня ударил там по спине так сильно, а вообще, наверное, пытался меня по голове ударить и убить, я тебе отвечаю, я просто, о, стукач, понимаешь, как бы, во-первых, он пиздит, а даже если он пиздит и так же пытается настучать, братан, я просто в шоке, блядь, вот эти, он просто вот сел туда и вот с этого начал, блядь. Поясни-ка, братан, мне за это. Не пизди, Птаха. Братан, ну а я хотел, чтобы я ему руку пожал. Я говорю, вы что, гоните? Не-не-не-не-не. Да не, не, конечно, я не хотел его признать. Братан, я подслед, мне вообще сейчас нельзя ни с кем драться, понимаешь? Вообще не драться, ничего глупого делать. Вообще желательно не ходить никуда даже, понимаешь? Братан, мне, честно говоря, в натуре стыдно за весь этот цирк ебаный. Но как бы, а как по-другому, брат? А как по-другому, знаешь? Этот долбоеб из первой нашей разборки, которая, я думаю, будет мужская, сделал шоу. Как бы, и, блядь, оно там висит. Как бы, вот и все. Это хуй знает вообще, что там с битвой площадкой. Братан, с какими-то националистами движняк, каким следствием? Да все нормально, брат, восстанавливаю форму, блядь. Хули еще сейчас делать? Да, новый трек, думаю, 2-3 дня. Дроп, наверное, трек и потом сразу клип к нему. Слим вообще ровный чувак. Ладно, ну я пойду хавать, завтракать. Всем респект, всем спасибо вам за вашу поддержку.
как бы, простите за весь этот цирк и баны, которые, честно говоря, мне просто неприятно в нем вообще участвовать, но как бы, но с этим долбоебом просто невозможно по-другому, потому что сидишь, молчишь, вот все базари, и обвинения новые, и эти паблики, ну, блядь, они бы хоть ради приличного, хоть бы, блядь, спросили мое мнение, понимаешь, потому что они постят это пиздобольство, как бы, блядь, ну, хоть проверили факты, понимаешь, связь, Арчик, брат, делайте вещи.